Так, ребят, всем привет. Сегодня у нас стрим будет проходить в формате без звука, как понятно, из заголовка. Я думал вообще не подрубать, потому что, ну, не могу я, короче, сейчас говорить нормально. Отвлекает меня. Плюс я параллельно там дела делаю и, короче, турнир по Хардстоуну смотрю. Вот, поэтому, ну, короче, вот так вот. Кому интересно, опять же, welcome. Кому такой формат не интересен, ну, сорян. Другой раз увидимся. Радио вы можете сами себе подрубить, которое я обычно ставлю. Киев Рбл Радио. Ссылочки периодически проскакивают. Вот. Буду иногда врываться с комментариями, но редко. Опять же, донаты читать будем, стараться. Ну и по игре, опять же, как будет минута, что-то буду говорить. Not aimplay 11.12. Спасибо большое за поддержку. Всем, ребят, приятного просмотра. Все, звук вырубаю, поедем играть. Второй рест от Никра тем временем.
Короче, поиграем эту партию, точнее, эту раздачу. Я лоханулся, что не взял феек, да и гномов надо было брать. Не знаю, придется еще одного героя покупать. Куча обелисков. Хотя можно на самом деле мелодию вернуть. Просто на этой карте так много героев-то и не нужно. Четыре героя даже достаточно, мне кажется, для начала было бы. Побыстрее купить бы тысячу. Хотя посмотрим, может, все-таки героя возьмем. Пять героев. Сундук я луной даже буду на золото брать. Огонь прокачали, нормально. Посмотрим.
Так, ну чё, ребят, блоки пошли, это нормально, это блок шаблон, типа, все нормально, все равно. Я буду играть, денег немножко есть, сейчас тут луной можно пробиться, монет. Я думаю, я полезу на пофиг и сюда, но меня там убивают только если грейженые стейки с моралью. Посмотрим, будут ли они там. Луна уже с продвинутым огнем. Должна это все разбирать. Кирилл уже развернулась. Поедем ей обратно. Поедем камень опыта. Здесь мертвяков пробьем. Ну и будем респ собирать. И разведывать там смешки. Как-то так.
Так, ребят, напоминаю, что у нас без звука сегодня стрим, редко я врываюсь. Кривоватый ход немножко получился, не надо было разгонять Дейса. Кирию 100 мов потерял, здесь застопорил. Так, ну как бы по чуть-чуть пробиваемся, тут плохо. Стрелковый блок. Надо будет бить его, что делать. Вариантов особо нету. Ну, пока все вроде более-менее нормально, шаблон такой специфический. Особо не рыпаемся, поставили 1000, все более-менее.